Я всегда улыбаюсь, потому что, ну, улыбаюсь я, не грустно мне. Слушайте, на самом деле, ну, улыбка, смотрите, отвечу на этот вопрос, подсознание наше, да, если мы настраиваемся на хорошую волну, на позитивную, да, всегда притягиваем позитив. То есть это не там коучинг какой-то, это проверено реально. Если мы злимся, это на себя проверял. Особенно раньше этот, если злился в пробках, там что-то там, всегда вот я клянусь, как только разозлился, сразу же вторая какая-то фигня случилась, третья, четвертая, и всегда этот день идет типа очень тяжело. А когда что-то случилось, прям когда хочется злиться, вот здесь вот кровь вот, начинает насос качать в голове, да? Просто улыбайтесь и скажите, что могло быть хуже. Всегда могло быть хуже, и улыбайтесь. И реально ситуация отпускает, ваши нервные клетки сохранились, и будете притягивать всегда вот позитив. Реально, когда только пришел к этим мыслям, да, мне было там лет 22-23, я с утра рано начал просыпаться, в 6 утра. Было очень сложно, но кто там с утра любит, грубо говоря, улыбаться. Садился в машину и начинал, ну, включал музыку хорошую, которая мне, то есть, на хорошую, ну, лучше классику, то есть, не этот, не Бетховена, не Баху, а этот, такой джаз, какую-нибудь, такую веселую песню, чтобы настроиться на хороший лад. Не надо там ехать на работу или идти на тренировку с таким, типа, вот жизнь, боль, я устал, у меня нету сил. Наоборот, нету сил, улыбнитесь, наоборот, и говорите себе, что есть силы. И тогда у вас все реально будет силы. Я не знаю, как это магическим образом работает, но всегда работает. И хотел историю рассказать, это про Питер. Я лет сколько, с 12 живу в Москве. И впервые съездил в Питер, наверное, лет 16, нет, больше, в 18, когда я мастер спорта там выполнил по дзюдо. 18 лет, то есть спустя там, сколько там, 6 лет я съездил в Питер. И уже привыкший в Москве, там реально там в метро, там все такие серьезные, особенно я там даже в школу ходил, таким, как будто я им враг. То есть не я лично, как будто друг другу они какие-то там, все какие-то грустные идут. Я понимаю, что рано, я понимаю, что устали, но... А в Питере, когда приехал, реально там и утром на метро ездил, и вечером, и днем, все улыбаются. Реально, в Питере все улыбались, ну, по крайней мере, в то время так было. И это так мне реально по этот... Говорили, что люди добрее, типа, в Питере, но я, ну, то есть, не думал, что настолько. А дело не в доброте, да, добрые люди везде есть и злые люди везде есть. Просто в Питере люди больше улыбаются, хотя там, говорят, солнца нету там больше. То есть, это от не витамина D, это образ жизни просто, подход к своей жизни. Если мыслите позитивно, то у вас в жизни будет много позитива. Если мыслите негативно, то есть в вашей жизни только негатив и привлекается. Это 100% работает. Я не верю ни во что, ни в какие суеверия я не верю. Там с левой ноги, знаешь, нельзя вставать, и там через проем нельзя здороваться. Ни во что это не верю, наоборот. Но то, что верю в добро, в улыбку и верю в позитив, то, что оно реально помогает... облегчить жизнь друг друга. То есть я человек, может, у меня вообще все плохо, я пришел с улыбкой, да, человек увидел, что я улыбаюсь, он увидит 10 человек, что улыбается. Ну, как бы тяжело сидеть, где 10 человек улыбается, а ты такой плачешь. Зачем приходить на стендап, если ты хочешь погрустить, да, там, под лирику какой-нибудь, лирические песни, там, вспомнится о там, любви там старой или там о какой-то беде, да. Лучше негатив и плохие мысли оставьте там где-то там лучше навеки назад, нежели с этими мыслями двигаться вперед. Вот. Улыбка в борьбе очень сильно помогает, особенно это бесит соперников. Очень сильно. У меня, если честно, я не настолько, как брат. Он постоянно хохочет. У него еще такая улыбка, этот смех, такой смех, что прям это выбешивает. То есть он же когда что-то делает, такой же смеется, и тебе это прям вымораживает. Конечно, помогает. Конечно, лучше с улыбкой бороться, нежели... Я заметил, на международной арене тоже есть, ну, разные спортсмены, и половина из них делится как раз такие все серьезные, нахмуренные, которые там, а половина из них улыбаются и реально выигрывают всегда те и чемпионы, те, которые там с улыбкой больше, нежели там, которые в музыку там и там, не знаю, там настраиваются, как будто реально на войну идут. В первую очередь джиу-джитсу это
такой вид спорта, я понимаю, если это ваша профессия, профессиональная, надо подход находить, но всегда с улыбкой находить этот подход. То есть это в разы лучше. Улыбка в борьбе помогает. Особенно сопернику.